Всем привет, дорогие друзья, мы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах, значит. Какую информацию я, значит, увидел у себя на телеграм-канале или телеграм-чате, что приложение, которое недавно запустили в Play Market для измерения температур по Цельсию, по Фаренгейту, которое есть на Galaxy Watch 5, вот оно, одно из них, сейчас я вам покажу, одно вот это вот, где, как видите, Galaxy Fahrenheit, и вот еще одно по измерению температуры кожи. И люди утверждают, что оно также может и температуру воздуха измерить достаточно шикарно. Вот сейчас как раз таки мы и это дело с вами проверим, насколько это правда действительно. Так, значит, что мы с вами будем сейчас делать? Сперва, конечно же, когда я их снял, я их только недавно снял, надо подождать какое-то время, чтобы, так скажем, они остыли. Ну или пришли в соотношении с атмосферной температурой, потому что у нас сегодня плюс 16, а температура кожи или тела моего, ну, 36,6. Соответственно, должна температурка немножко прийти в норму. И вот когда это все дело придет в норму, начинаем измерять. И я вам покажу, что же из этого получится. Так, ну все, часики, я думаю, у меня пришли в норму, поэтому мы с вами берем и запускаем. Что мы с вами берем? Значит, приложуху ищем. Вот она. Бац, запустили. Вот так. Вот это, кстати, приложение классное. Почему? Потому что по тапу оно перезапускается. Второе, которое там есть, оно не перезапускается. Все, показывает 22,9. Это на солнце. Теперь мы с вами пойдем, наверное, в тенечек. Посмотрим, как в теньке это все дело у нас будет происходить. Вот такой вот у нас школьный дворик. Здание тут заброшенное какое-то. Ну и давайте на нем глянем. Так. Раз. Ждем-с. В тени, как видите, другой результат уже показывает вообще. Если еще вот так ниже опустим, сейчас мы с вами их вот так к полу, я думаю, что результат тоже поменяется. Держим так, хоп, смотрим. А не, 19. Видите, ну это я потому что ремешок, скорее всего, держу. А сейчас уберу ремешочек и смотрим. Да, 15,8. Короче, солнце на измерение влияет. В теньке показывает, в принципе, температуру такая, какая есть вот сейчас на данном этапе. Гидрометцентр показывает на смартфончике. Ну, а на солнце вот так смотрим. 22,5. Это я от солнца. Сейчас повернусь к солнцу и также измерим только уже к солнцу. И посмотрим, что же произойдет у нас. Вот так сделаем. Хоп, и смотрим, что у нас будет. Давид звонит. Так, еще раз смотрим. 24,3. 24,3, я не знаю, видно там вам нет. Мне это хорошо видать. Еще раз. Смотрим. 22,4. К солнцу поворачиваешь больше. Вот здесь 22,4. А к солнцу, как я уже вам показывал, еще раз продемонстрирую на всякий случай, если у вас видно вдруг не было. И еще раз давайте попробуем к солнцу. Вдруг вы не видели. Получается у нас вот так. Не знаю, видно вам и нет. 24,6. Короче, ну, видимо, все-таки мерит. На самом деле. Ссылочки, друзья, на эти приложения будут в описании видео. Посмотрите их оба, короче. Но вот я вам, лично я, рекомендую вам все-таки вот это вот приложение, которым я измерял. Ну и попробуйте сами. Пока. Теплых вам выходных. Счастья, мира и любви.